Все, выходим. Первая прогулка. Ну, в принципе, не так холодно. О, глянь, какой дом на колесах. Гараж, что-то там это. Пальма завяла. Так, ну все, пойдемте. Наша первая прогулка. Горки тут, конечно, знатные, но красиво. Все такие домики, слушай, такие домики, тут точно по 2 миллиона все стоят. Нам, наверное, вон туда идти, да? А вот это горы или облака? Ну, если еще что-то это подойдет. Вот как будто бы горы, но это, наверное, облака, скорее всего, да. Мы идем и удивляемся, какие здесь краски яркие. Вот у всех деревьев разные цвета. Причем, от зеленых, ну то есть есть и зеленые, ну вот елки, до ярко-красных, прям ярко-красных. Да, Хэллоуин уже поубирали. Буквально вчера он был. Ну, может, тут, конечно, не у всех он был. Вот и все. Еще видно. Еще не поубирали везде, да. А вон наверху. Обратно, да. Не, уклон, в принципе, не сильно большой. Хотя, конечно, это сейчас так кажется, да? Наверх пойдешь. У всех такие деревья, слушайте, гляньте. Береза. Это же специально так. Натягивай, береза, да, я же специально так выращиваю. Муди Центр Стейшн. А, вот автобусная остановка. 58-67. Тут надо ждать. Ну да. У нас денег нет. Нам прогуляемся лучше вниз. Проще. Это фитнес. Фитнес, да. Вон туда, куда-то вниз там надо. У меня еще 65 долларов, вы мне должны. А сейчас мы, кстати, школу увидим. Может быть, это будет твоя школа? Ну а что? Вот смотрите, какая уже площадка есть. Это что? Это площадка просто. Это просто площадка. Волейбольная, баскетбольная, да? А вот смотрите, вот эта школа уже. О, как Витлам парк. О, кстати, сюда можно будет кататься. Я все-таки хочу этот самокат купить, Юр. Тут написано никаких великов и мотоциклов. Как великов нельзя? Да ладно. Нет, а мотоциклов нельзя. Велики можно. О, смотри, еще машина какая. Велики. Да, на огромных машинах ездят. Да, да. Молодые. Смотрите, машина какая, глянь, ёрка твоя. Это другая. Другая, но у нее фара открывается. Так, кстати, машина. Что это такое? Тоже, наверное, 90-е какие-то. Мазда? Нет, это, наверное, не школа все-таки, или школа. Это, по-моему, какой-то корт. А может и школа, слушай. Ну, это явно площадка спортивная, а вот то дальше. Причем она старенькая. Ой, кошка пропала. Почти как Муська. Подожди. Кайша. Один год. Подожди, стой, дай-ка я ее сфоткаю. Давай я тебя сфоткаю. Давай ты сфоткаю. Вот, нет, это вот то, что как бы, ну, нормальная, скорее всего, да. Собачек нельзя сюда. Ну, маленькая, да. Learn English, upgrade очки. А, это курс. Вот, кстати, это вот тебе надо туда, видишь? Train for new career graduate. Листья убирай. Вот, возле школы, вот написано, типа, налево нельзя заезжать, а направо вот сюда высаживаешь. Это как у нас, вот надо также сделать в школах, вот где уже 38-й заходишь, вот тоже зона высадки. А у нас вместо этого поставили знаки, типа остановка запрещена. И как возле школы высаживать? Вот, смотрите, да, вот он заехал, сейчас вот там высадит кого-то, наверное. И все. Это зона, ой, школа для младших учеников. Вот это лес какой сразу же. Да.
А здесь тропинки нету, да, погуляй? Ну, а здесь река какая-то. Шум, да, слышите? Да, да. Я слышу, что да, это река. Угу. Вон она. А, вот, вот река. Да. О, здесь, наверное, можно парковаться, да, получается? Ежевика? Давайте ежевика поедим. Вот что здесь за знак? Спид 30 километров. Старая Kia. Старая Kia, да. Старая Infiniti. Речка. Вот еще один садик. Здесь прям библиотека, можно брать надо любые книжечки. Книги, одну да? берешь, другую кладешь. Ой, да. О, чтобы было все почитать. Ну, я думаю, можно и взять, а потом и вернуть, если что. А здесь садик. О, для великов такая штука, классная. Там полосы, тут неплохо было бы. Да, флаг Канады был. Флаг Канады, да. Ну, он просто рядом. Ну, мы просто посмотрим, у нас денег нет все равно. Сейчас вот здесь зайдем, доллар. Ну как, торговый центр, здесь вот, у кстати, банк. Нет, банк да? есть, CBC, но он пока, наверное, нам... У нас телефона нет, не сможем. Даже доллара нету. Даже доллара нету, да, канадского. Вид, конечно, такой, тут спускаешься красивый. Вот еще гидрант. И вот домики, здесь так люди живут. А тут есть велосипедная дорожка? Нет, тут по дорогам вот здесь ездить. Ну, вообще есть. Где-то есть. В Ванкувере где-то есть, где-то нет. Но у них принято ездить вот как бы, ну, по обычным дорогам. Ну, ты представь, по такой дороге вверх вот ехать. Да, да, город, а ты представь на электром. Вот, ну, вот с электром классно будет. Да, есть. Конечно, красиво сейчас. Тут это отстой полный. Спускаться как раз таки не отстой, а очень нормально. Ну, блин, ты так вот а идешь, вот подниматься. А Summit Community Center. А, так это нет, подождите, это... Казахстаном? Это не магазин. Я думал, это магазин. Но паркинг. У меня есть конфеты. Конфеты, да, дали. Сейчас посмотрим. Ну, что конфеты? Не, мы еще не дошли. Нам еще 4 минуты вниз, оказывается. Ничего. А что ж такое комьюнити центр? А, это школа, смотрите. Что? Middle School. Summit. А. Middle School. А, вот это Summit Middle. Ну и какой-то комьюнити центр. Вот, дошли, да, $3. Салон какой-то. Вот здесь ты Medical центр. Да, вот он, CBC. О, вы дошли, ура! Банкинг центр, и на китайском написано. Так, а здесь что? А что мы сюда? Вон туда, $3. Может здесь, видите, у меня деньги. Вокруг все что-то. Вот, автобусная остановка. Короче, нам туда вот идти. Вниз, вниз, мы все вниз идем. А потом все наверх надо будет идти. Вот к этим высоткам нам надо. Вот это центр города Коквитлам, который является частью города Ванкувер. Большой Ванкувер, так называемый. Ну, вот сейчас вниз сюда и будем идти. А пришли мы вот оттуда. Вон аж той горы. Короче, пластик кладется в синюю, в зеленую кладется другой пластик. Еще вон третий пластик. А здесь картон. Да. А мне куда? А может, он что? Просто не поместился. Вот картон бросает. А здесь, ну, всякие разные. Может быть, не поместился, да. Может, это одно и то же, кстати. Синий и зеленый. Вот это как сделаны отражатели для направления движения. Сейчас покажу. Вот, чтобы они не тарахтели каждый раз, в них вырезали дырочку и туда вставили, чтобы она не это самое. Не стукало. Ну вот туда. Вот здесь вкусно пахнет так. Куда-то зашли. Короче, до высоток. Вот здесь вот, видать, у них центр. Мы сейчас идем в сервис Кеннеда получать сим номера. А тут рядом, видать, жарят вафли. Пахнет вкусно. Гленборо. Вот комьюнити разные.
Вот это еще строят, кстати, видите? Достал Макдональдс где-то. Да. У него в пакете был Макдональдс. Макдональдс, да, есть. Купер. Теслы. Да. Вон еще всякие Ниссаны. О, гляньте, зеленое, видите, какое деревья? Угу. Полностью. Это же тоже слен, да? Похоже. Ну, разновидность это какая-то. Это... Разновидность. О, солнце выключили. Ну, кстати. Как это? Как Витлам Сквер называется, да. Ну, здесь, конечно, большое. О, блин, черная машина там впереди. Газончики так красиво сделаны. Вон там черная машина впереди. Ты что, еще играешь? Ага, спортивная. Юра все про спортивные машины смотрит. Ну, бля, мы просто шли на по пути сюда, на эти высотки, мы уже 5 или 6 таких машин встретили. Нажимаем кнопочку. Wait. О, пойдем. Белый, а сейчас раз и зеленый. Ой, красный. Бронкс Social House. Какой-то. Подожди, стой. Если ты не против, да, я посмотрю. Посмотри. Мусор бросай, свалится. Рен драйв. Может посмотреть, где тут этот рентал-кар. Нет, здесь есть. Enterprise есть, я знаю. Еще какие-то. О, компьютеры, барбекю. Там тоже можно. Вон, кстати, вывесок там много разных. Ой, пахнет вкусно. Вафли, например. Так, ну что, получили син. Прошло где-то полтора часа. Ну, в принципе, быстро. Теперь мы налогоплательщики. Да. Правда, син временный, такой на девятку начинается, потому что у нас рабочий виза. Потом они поменяются. Ну вот, в принципе, это ж был местный МФЦ. Достаточно все понятно, объяснили, показали. Куда идти, что делать. Не знаю, вот для новичков, как по мне, так говорил по-английски совершенно четко. Переспрашивал. Вот. Направил инструкции, как пользоваться, что делать, что не делать. Так что теперь мы, да, мы прошли в торговый центр, вот так вид вам центр какой-то, с этими многоэтажками. Не, нам куда-то туда надо. Сейчас идем телефонный номер Юли сделать. Зачем нужен СИМ, чтобы открыть кредитную карту? Без кредитной карты рейтинг не будет расти. Ну, короче, все одно связано, поэтому... Решили, что надо получить. Ну, тем более, все равно вышли погулять. Че б не зайти, не получить. Гуляйте. Ну, и кушать. И кушать обязательно, да? Кушать. И пиццу надо попробовать, я да? Кушать хочу. Вот, сейчас тут много пиццы. Может быть, роллов? Да? Шо, первая еда в Канаде. Обязательно Макдональдс. Давай, Вов, дегустируй. Ну, это такая покупная еда, ладно. Вердикт. Трубочки бумажные. Ну, понятно. Огурец выкидываем. Похоже на Макдональдс? Соус забыли, да. Так, у меня Биг Мак. О, у меня с этими штучками. Сейчас как выиграю миллион, и все. Ну, такое. Просто поменьше, что ли. Ну, кстати, мне тоже там, да? Так, ну, пробуем бургер, Биг Мак, точнее. Юля говорит то же самое. Блин, я совсем забыл, что Макдональдс, когда существовали эти билетики, где можно двигаться во всякую всячину.
У них еще закрыли еще до того, когда началось это все. Ну, пока не знаю, пока вроде то же самое. Картошка чуть суховатая, мне кажется. Короче, все то же самое. Еще в торговый центр зашли. О, нам туда надо. Там Walmart есть. Большой, кстати. Так, все, скупили продукты. О, полные кульки. Потом домой придем, покажем. Короче, целый день проходили. Угу. Но успешно, да? Да, мы сегодня вообще все помнили. Все сделали. Можно глаза не видеть. Да. Машины ездят громко очень. Бля, тут прям такие эти. Слушай, тут провал такой, телефон уровень. Темно и очень высоко. Очень шумно слышно. В общем, открыли СИН, сделали две сим-карты и что еще? И банковские, два банковских счета открыли, CIBC. Ничего себе, тут высоко, и там речка бежит. А, это вот та речка, которая там бежала, да? Короче, уже темно, фонари включили. Пойдемте. Все, накупили продуктов. Завтра будем борщ варить. Сегодня уже, да. Ну, прохладненько. Градусов где-то, наверное, 5. Кто-то жарит, да. Вкусно пахнет. Конечно, первые впечатления офигенные от города. Блин, ну шум слышно. Короче, штопор мы не смогли найти, поэтому решили пиво. Пиво не знаю. Это бутылка оно... заколдованная. Заколдованная. Кстати, да, мы из Турции везли, тоже не могли открыть. Короче, штопор придется все-таки купить. Ну, сейчас попробуем пиво зато. Ну, вот. Это местные крабовые палочки. Похоже очень на нашу. Где-то пачки. Ну, вкусненько, кстати. Под пиво вообще то, что надо. Это сушеный лосось, да? Да. Ну и что, как пицца? Пицца. Пепперони. Пепперони? Я сегодня ничего не останется. Уже 2 раза сделала. Ну. Конечно, до магазина далеко. До кафешной. Перекусить сойдет. Так, а ну-ка, пиво. Было что-то добавлено. Палочки. Bud Light. Вообще. Такое, легкое, никакое. Рыба не пахнет. Не пахнет, но не сильно. Ой. Если что-то там собирать. Короче, отрава наелись. Завтра буду готовить здоровую пищу. Борщ. Честное слово. Где пицца? Это она вся? Джерки. Да. Так, где тут? Вот он. Тарелку. Она пахнет сладко. Сладковато, да. Лосось. Юр, дай вилку папе. Я готовил все. Ну, на вкус интересная такая. Ну, как, это, наверное, сироп сейчас есть. Это же кленовый сироп, по-моему, да? Вот. Ну, да. Что, надо было дать? Ну, не, вилку папе, да, еще. Ты себе, если короче, хочешь, ты себе уши. Прикольно. Это как у нас таранка, наверное. Это здесь разновидность вот этих джарки. Есть еще мясо такого. Мясо надо попробовать, конечно.
Бери он себе вот это. Ну это не как вяленое, а вот как подкопченое оно такое. Бери. Угу. Подкопченое. Подсушенное. Причем каким-то. В сладком сиропе, да. Причем с каким-то вкусом. Ну да, вот, может как кленовый сироп какой-то. Ладно, будем. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.